где каждый из нас находится. Поэтому предлагаю всегда при входе отмечаем свою страну, свой город. Так мы быстрее друг друга узнаем. С чего сегодня начинаем? Конечно, с поздравлением, коллеги, с вас наступившей весной. Это так приятно, когда не только в душе, но и за окном весна. Я надеюсь, что у вас у всех одно и то же настроение. И весна – это время, когда все просыпается, у всех новая энергия, новые планы, больше улыбки на лице. И это, конечно, всегда отражается на наших планах и на нашей энергии, на том, что мы делаем, куда мы движемся. У нас очень активный период, поэтому весна – это наша весна в этом году, и у нас очень-очень много задач. День стал длиннее, то есть становится длиннее ночи. Временные пояса тоже выправляются, поэтому нам всем будет удобнее вместе работать. Мы опять по-другому переставим скоро часы. Так что все складывается для того, чтобы мы успешно, с гордостью приблизились к целям и очень-очень скоро встретились на наших мероприятиях. Ну и, конечно, хочется отметить такой очень важный факт, с которым я тоже хочу вас поздравить и также вас поблагодарить. Мы сделали очень хороший результат. Сегодня 20 число. И общие объемы притоков средств в компании уже перешли границу 3 миллионов. Это шикарный показатель. Мы знаем, что не первый раз мы это делаем, но, наверное, первый раз это делаем на 20 число. У нас впереди еще больше недели рабочего времени, и у нас уже такие прекрасные результаты. Так что все с аплодисментами, поздравляйте сами себя и всех тех, кто вас окружает. Я действительно радуюсь вместе с вами и благодарна от всей души, от компании. Конечно, благодарность огромная за вашу активность и за этот успех, который в данный момент мы все дружно показываем, вместе делаем. Конечно, мы знаем, да, ура, спасибо всем за ваши эмоции. И мы знаем, что у нас есть свои общие планы. Спасибо, Юрий. Я знаю, что мы друг другу напоминаем о том, что у нас есть такой серьезный общий план. И Юрий его озвучил, поэтому мы к нему стремимся. И данные результаты показывают, что мы к этому готовы. Я понимаю, что готовы все. Готова команда, готова наша платформа, то есть компании Skyway Capital. Мы это четко заметили в этот момент, когда переходили с 8 на 9 этап. И 9 этап такой очень-очень стремительный, ну и цифра красивая, да, и мощная. И то есть мы знаем, куда мы идем и каким целям. У нас впереди экофестиваль. Наверное, туда и все стремимся, а туда прийти нужно только с шикарными результатами. И вот мы начинаем свой рабочий, серьезный 9 этап. Что в нем важно? Сегодня поговорим о всех важных моментах. Первое – это, конечно, наша скорая встреча для всех тех, кто готовится и кто еще раздумывает. Пожалуйста, принимайте правильные решения. И, конечно, у нас мероприятие в Париже. Насчет Парижа. Напоминаю о том, что открыта страница регистрации и оплаты за участие на нашем форуме. Двухдневное мероприятие с выездом всех директоров. Это шикарная возможность всем вместе встретиться. Новость та, что у нас будут приглашены гости, гости, которые помогут нам стремиться к целям, их быстрее достигать и улучшить свои результаты. Поэтому готовимся и к празднику, и к рабочим дням, и приятным встречам, и, конечно, к благодарности за хорошо проделанную работу. Те, кто сейчас в данный момент уже начали регистрацию или планирует поездку, что я могу дополнительно рекомендовать? Если мы через личный кабинет идем на регистрацию и оплату участия, то нам даются все дополнительные ссылки для того, чтобы попасть
на гостиницу, в которой нас ожидают, и можно хорошо устроиться. Пожалуйста, самостоятельно возьмитесь за этот вопрос, да, и пока в данный момент еще можно регистрироваться в этой гостинице. Мы подыскали, то есть через нашу команду, так как моя личная команда готовится достаточно серьезно к поездке, то наши организаторы подыскали еще дополнительные гостиницы, которые очень близко, очень удобно расположены по центру конференции. Поэтому я попрошу, я вам открыла сейчас на экране ссылочку, по которой мы регистрируемся на Best Western Plus. Париже, да, на гостиницу и конференц-зал, где мероприятие будет происходить. Ну, совсем недалеко и рядышком есть еще удобные гостиницы. Елена, если ты на площадке, помоги, пожалуйста, и в чате. Да, спасибо, Лен. В чате ссылочки, коллеги, всем вам, для того, для тех, кому интересно посмотреть более экономные варианты, но очень удобные, то есть с хорошим уровнем, с хорошим качеством, расположение очень удобно рядом с центром, поэтому всем рекомендую посмотреть. Если нужно, дополнительно, как говорится, позаботьтесь о себе и о своих командах, кто планирует в данный момент еще бронировать места проживания. Это по Парижу, да, Парижа 3 звезды. Гостиница, спасибо, Лена. То есть люди просмотрели, приняли решение, все удобно, чисто, аккуратно и доступно по цене и очень доступно по расположению. Поэтому и рекомендуем. То есть рекомендуем и ту гостиницу, в которой проводится мероприятие, это очень удобно, но совсем-совсем недалеко. Есть и вторая гостиница, которая тоже удобна и кому-то может хорошо подойти. Я понимаю, что в Париж не все едут, но почти все собираются, наверное, на следующее наше мероприятие, это экофестиваль. По Парижу, по-моему, где-то 100 регистраций уже проплачено, так что продолжаем. Просьба всем, кто является руководителем своих команд, напоминаем в команде, да, пожалуйста, регистрацию с оплатой оформляем буквально в ближайшие дни. Экофестиваль также, регистрация открыта, это предварительная регистрация, буду напоминать еще несколько раз про это, потому что мы очень-очень серьезно должны организоваться. По сравнению, тут, конечно, желающих, по-моему, больше, чем возможность всех принять, идут разговоры о том, что мы уже достигли список 5000 людей, поэтому относимся к этому очень серьезно. Те, кто планирует ехать, пожалуйста, свою предварительную регистрацию тоже проводим, делаем. И очень скоро планируем уже регистрироваться с оплатой, то есть оплата будет считаться вашим подтверждением реального вашего приезда, и тогда на вас будет рассчитано и все места, и для, на всех мероприятиях и так далее. В основном полностью готовьтесь, кто планирует сейчас поездку и размышляет, когда ехать, когда не ехать. Очень большая рекомендация ехать день до этого, приехать в предыдущий вечер, так как экофестиваль планируется полностью на весь день. И начало будет вовремя, то есть не в середине дня, не на второй половине, а достаточно вовремя, с утра уже планируется открытие, как говорится, самой площадки и начнутся мероприятия. Программа, конечно, позже будет, это просто предварительная информация вам для того, чтобы более правильно организовать свою поездку. Планируем обязательно остаться и на воскресенье. Мы от Skyway Capital дополнительно еще будем предлагать встречу, конференцию, обучение. Может быть, и еще дополнительные некоторые мероприятия будут на второй день. Поэтому приезжаем в пятницу, рассчитываем, что суббота-воскресенье – это день Skyway. Первый день суббота – это больше день технологии, а воскресенье – это день наших партнеров, нашей команды, для того, чтобы обговорить все новости, куда и по каким планам, какими шагами будем двигаться дальше.
Да, Ирина, понимаю ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Он чуть-чуть заранее задан. То есть сегодня не могу вам сказать ни с какой гостиницы, ни от какой площадки, ни номер автобуса, ни время, в которое будем собираться. Поймите, это будет все организоваться чуть-чуть ближе к конкретным датам. У нас все-таки по поводу экофестиваля. Валя, у нас впереди несколько месяцев, да, и сегодня эти вопросы не могу ответить. Не волнуйтесь, это будет не только на наших вебинарах, это будет и расписано на сайте и в электронной почте, так что все будут предупреждены и информированы. Сегодня, наверное, и это не будет с одной гостиницы, поймите правильно, если я назвала цифру 5000 людей, во-первых, не всех сможем привести. Начинайте думать о том, как вы сами сможете приехать туда. Да, в Минске на второй день обязательно будет конференция, то есть Skyway Capital будет организовать мероприятие. И на второй день, то есть в воскресенье, мы будем делать мероприятие. Более подробно, в какое время, что будет запланировано, это будет все позже. Несколько недель на это еще нужно времени. Но в целом, чтобы планировать поездку, рекомендую, чтобы у вас суббота-воскресенье было полностью для Skyway и приезд заранее. Да? Это будет удобнее. Ну, конечно, кто на самолетах и прилетает очень вовремя, все хорошо, но кто приезжает на поездах, на автобусах, рекомендую приехать в пятницу вечером, комфортно устроиться и быть готовым на весь день. День будет интересным, эмоционально наполненным, поэтому энергии нам понадобится. И все встретимся, но это уникальное мероприятие, уникальное, я думаю, эмоции, чувства и мероприятие, и все, что нас там ожидает. Ну, идем дальше. Это все у нас такое ощущение, что жизнь одна у нас праздник, да? Но, в принципе, мы же очень серьезно должны еще подготовиться к этому мероприятию. Напоминаю и рекомендую сегодня еще прочитать в новостях, в последних новостях информацию о том, что на экофестиваль будет открываться и музей Skyway, и каждому инвестору есть возможность попасть, как говорится, в список важных людей для Skyway. Поэтому именно что и как читаем в новостях, делимся с этой информацией уже с партнерами и также делимся с этой информацией с инвесторами. Потому что для многих людей, может быть, это является важным моментом и приятным моментом. То есть быть, еще попасть в музей Skyway. И сегодня самые последние новости, на которых тоже не останавливаясь, но даю обязательно рекомендацию прочитать и ознакомиться. Это именно рабочие моменты, которые происходят сейчас скажем так, на нашей поляне, так хочется сказать, да, потому что подводятся последние дела, последние работы, и, в принципе, все готово для того, чтобы натягивать струну и готовимся к запуску полноценной линии. И читайте, изучайте информацию и сможете об этом говорить и сравнивать, на какой скорости у нас идет транспорт, когда все хорошо и очень красиво и грамотно описана информация, что всю зиму, пока мы готовились к полному запуску, мы достигли достижений 70 км в час. И это показывает, что при любых каких-то непонятных, аварийных, некомфортных, неудобных, незапланированных ситуаций наши струны выдерживает, наш юнибус готов двигаться, и это просто дополнительная надежность в том, что не при показе всего перфектного, а при разных ситуациях мы готовы все равно соблюдать высокий показатель безопасности. Это очень важно, поэтому читаем сами и делимся с этой информацией дальше. Но сегодня главное, о чем я хочу с вами делиться, это, конечно, программы, это дисконты, это наши новые пакеты,
новый в каком смысле? Все нам понятно и все знакомо, но все-таки меняется дисконт, меняется количество акций в пакете. Очень много задаются в последнее время вопросы по поводу, как и когда сможем продавать свои пакеты. На это я хочу делать главный акцент. Мы сейчас не будем говорить, когда и как, и что нужно для этого оформить, потому что рано об этом говорить. Но есть один очень важный нюанс, который сегодня хочется вам озвучить и попросить, чтобы вы больше об этом рассказывали и обучали своих партнеров. Сегодня очень выгодно, уже длительный период в компании выгодно приобретать эти пакеты, инвестировать в проект, выбирая именно пакет. То есть это упакованное количество акций, которое позволяет инвестору забронировать это количество акций на тот момент, когда он делает выбор. И несмотря сколько месяцев идет наша рассрочка, все это время сохраняется дисконт и сохраняется тот объем акций, который был запланирован при вашем первом шаге. Но когда придет момент и возможность расставаться с акциями, то они делятся на каждую единую акцию. Когда мы просматриваем сертификат и когда мы читаем документ, в нем расписана нумерация ваших конкретных акций, которые аккумулированы в вашем портфеле. Это очень важный момент. То есть сегодня самый выгодный способ инвестирования – это приобретать акции в виде пакетов. Но когда будет возможность их продавать, вы сможете по единой акции принимать решение. Одна, пять, сто, тысячу и так далее. Да? То есть ничего в тот момент не будет держаться пакетами, потому что каждая акция номерная, и она отдельно присвоена вам лично, каждому человеку, который проинвестировал и получил взамен именно нумерованные акции того количества, которое указано в вашем портфеле. Это очень важный нюанс. Поэтому, когда мы сегодня говорим про инвестирование, правильнее было бы делать акцент не на ту сумму, которую сегодня клиент раздумывает, инвестировать или нет, а больше обращать внимание именно на дисконт. Что такое дисконт, сегодня еще раз повторяю. Это соответствие сегодня вашего проинвестированного доллара, соответствие на количество акций. И так как мы в дальнейшем акции рассматриваем по номинальной стоимости 1 доллара, то в принципе мы это соотношение переносим в денежном виде. Один, вот как у нас пример на экране, например, программа $500 в месяц инвестирований на 10 месяцев, то 1 доллар соответствует 135 акциями, и в дальнейшем вы можете планировать номинальную стоимость и расчет стоимость своего доллара. То есть сегодня в этом пакете вы свой доллар можете менять на $135 в будущем, что подтверждается количеством акций в этот момент. Это дисконт. То есть дисконт сегодня указывает стоимость ваших инвестированных средств. Это очень важная цифра. Поэтому, наверное, делая выбор, больше нужно рассматривать именно цифру дисконта. И сегодня мы их рассмотрим. И, соответственно, количество акций. И вот ставив цель, думая о том, какой портфель желает клиент за определенный период приобрести, можно составить схему, даже график или количество портфелей выбранных для того, чтобы клиент достиг свою цель. А цель можно достигать по-разному. Можно идти мелкими шагами длительный период, можно выбрать более высокие суммы и одноразовые платежи, или комбинировать, или у нас есть и программы на короткое время. Да? Поэтому это очень важно, и хочется, чтобы вы больше рассматривали дисконт и соответствие дисконта с количеством акций. И это становится приоритетом. Первое.
какой портфель мог бы решить ваши задачи и мечты в жизни, какой он для вас необходим, ваш личный портфель. Второе, если вы начинаете сегодня инвестирование, то насколько выгодные условия вы принимаете, и вы как партнеры, разговаривая с новым инвестором, должны показывать самые выгодные предложений, то есть самое выгодное соотношение, то есть высшую стоимость сегодня инвестированного доллара. Это очень важный фактор, поэтому никто не обидится, что вы говорите о больших цифрах, но поймет вами показанный путь, выгоду. То есть сперва мы показываем выгоду, только потом начинаем рассматривать возможность конкретного кошелька и того, какими шагами мы дойдем до цели, до какого-то определенного объема акций. Но то, что мы в прошлом году все работали на минимальную цель 1 миллион акций в моем личном портфеле, я думаю, что все уже это условие приняли, большинство его исполнили и переполнили. Может быть, здесь обратную связь, кто выполнил эту цель плюсиками. Кто выполнил плюсик, кто перевыполнил несколько плюсиков. Какие вы молодцы. Видите, большинство все себя подтвердили. У кого-то пошли другие знаки. Я надеюсь, что это просто вы выбрали так себя подтвердить. Если в этом есть какие-то вопросы, я готова их рассмотреть и ответить. Но мы идем дальше. Ваши плюсики показывают то, что мы давным-давно научились не только 1 миллион акций оформить в своем личном портфеле, перешли эту границу, и у нас в этом году другие цели. Мы, в принципе, приближаемся к 5. Я знаю, что у некоторых есть и другие цели, и они уже достигнуты. Это все правильно. Мы свои встречи организуем на то, как правильно помочь развиваться новому партнеру и как правильно принимать решения новому инвестору. Те, которые длительный период в этом участвуют, конечно, уже действуют по другим принципам или уже ставят совершенно другие задачи. Почему я начала с этого слайда? Это очень удобный механизм, во-первых. Это рассрочка на 10 месяцев с очень выгодными ежемесячными суммами. И именно эти программы показывают те высшие дисконты, которые доступны на 9-м этапе. Поэтому хочется озвучить дисконт 190, 180, 170. И вы смотрите на эти дисконты и понимаете, что не каждый партнер, не каждый инвестор выбирает сразу эти программы, но в них сегодня есть самая высшая выгода, самые лучшие пакеты именно эти. То есть если мы смотрим одноразовые инвестирования, то на 9-м этапе мы своим клиентам предлагаем дисконт 200 при инвестировании 50 тысяч долларов одновременно. То есть высший дисконт 200. Поэтому мы видим здесь выгодные, самые высшие дисконты и должны определить, что является нашими рабочими и в каких промежутках мы в этом этапе будем двигаться. Да, я понимаю, что спасибо за то, что делитесь информацией. Конечно, многие из нас имеют разные портфели в разных оформлениях, и, конечно, общее количество может быть намного больше. И это все правильно, и это все хорошо, потому что в итоге все равно это все ваше или наше, да, каждый себе говорим, это мое. Небольшой акцент на программу Инотранс. Мы знаем, что эта программа пользуется достаточно большим спросом. Есть определенное количество или уровень инвесторов, которым это очень удобно. И в этой программе вложенный механизм лояльности. То есть лояльный клиент – это тот инвестор, который инвестирует не один единственный раз, но это делает осознанно еще раз, еще раз, еще раз. Есть люди, которые не очень хотят выбрать
так называемые рассрочки, то есть брать какие-то обязательства на длительный срок. Но при этом, увидев механизм, что сегодня инвестирую, и если мне понравится и будет удобно и комфортно, я это сделаю второй раз, и, может быть, и третий раз, и каждый мой следующий шаг дает более выгодный результат, то эта программа становится привлекательной. Она чем привлекательна? Если я лоялен и продолжаю свое инвестирование, компания меня поощряет. Если мне некомфортно идти дальше, то я могу останавливаться на каждом шагу, который я уже сделал. Поэтому здесь нет обязательных платежей. Здесь есть выбор. Это может быть единая инвестиция, это может быть с повторным шагом или с третьим сделанным шагом. В среднем, смотрите, если пройти все эти три шага, то мы получаем в среднем достаточно привлекательный высокий дисконт – 155. То есть после трех шагов, три раза по 1000 долларов, средний дисконт – 155 по соотношению одного проинвестированного доллара. В общем объеме 3000. Буду делать акцент постоянно на дисконт для того, чтобы мы поняли, каких клиентов на какую программу направить. Потому что на чем мы часто останавливаемся, себе выбрали один или второй механизм, и сидя на этом механизме, не рассматриваем все предложение и все эти разные вариации для разных клиентов. Поэтому сегодня постараемся найти в своей картотеке клиента, инвестора, которому можно именно предложить это предложение и сделать акцент на то, что если ты это сделаешь повторно, повторно и повторно, ну, в целом только три раза, это по срокам может быть по-разному. Клиент может инвестировать достаточно быстро делать эти инвестиции, когда ему удобно. Но максимальный срок – это 3 месяца. То есть через между каждой инвестицией проходит 1 месяц. Да? В среднем 30 дней. 30 дней – следующая инвестиция. 30 дней – следующая инвестиция. И тогда соблюдается этот механизм нарастающего дисконта, который в среднем дает очень хороший показатель. 155. Запомнили эту цифру. Совсем другое предложение для партнеров. Смотрите, для того, чтобы инвестор получил такие условия, ему рекомендуется делать как минимум 3 шага инвестирования. А что может выбрать партнер? Вот где плюс партнера. Вы выбираете программу, которая доступна только с бонусного счета. Также делаете одноразовую инвестицию на 1000 долларов и получаете высокий дисконт. Только на 1000 долларов вы получаете дисконт 150. То есть это одна из выгодных программ 9-го этапа. Сегодня мы говорим о лучших дисконтах, о лучших программах и для того, чтобы вы правильно сделали свою стратегию инвестирования. Потому что если вы не заметили эту программу и свои бонусные средства разбрасываете по мелким инвестициям, вы, может быть, пропускаете эту возможность. То есть мы имеем право, и у вас это получается, аккумулировать средства на бонусном счету до выгодной инвестиции. Каждый, вы знаете, свой темп роста по доходам, насколько быстро наполняется ваш бонусный счет, и можете выбрать. У нас в силе 4 программы, они все в кабинете, я делаю акцент на одну из более выгодных программ. То есть 1000 долларов инвестиции из бонусного счета дают шикарный результат – 150 в соотношении дисконта. Вот и наши бизнес-программы. Тоже очень интересно их рассматривать и делаю акцент. В последнее время 9-й этап, наверное, немножко вас запутал и вначале не успели рассмотреть разницу между этими программами, поэтому сегодня акцентируем. У нас есть бизнес-программа, оформлена в кабинете в 2 предложениях. Оба предложения на экране, то есть на сером фоне только с цифрами и с картинкой
бизнесмена под названием программа «Бизнес плюс». То есть чем отличаются эти программы? По цифрам они одинаковы, но мы здесь можем улучшить свой показатель и достигнуть высший дисконт 150 в программе «Бизнес», $200 на 9 месяцев, дисконт 150 при дополнительном условии. И смотрите, перед тем, как вы выбираете эту программу, вы должны четко объяснить инвестору или партнеру, какую из них выбрать. Если мы выбираем без картинки, то мы продолжаем приглашать двух новых инвесторов или партнеров для того, чтобы получить дополнительный бонус акций. А если мы выбираем программу с картинкой, то мы делаем двойной платеж. Чем отличаются эти программы? Именно способом, как мы получаем дополнительный бонус и продлением срока, за который мы выплачиваем эту программу. То есть если у нас бизнес-программа на 9 месяцев, то бизнес-плюс будет на 8 месяцев, потому что вы делаете двойной платеж и сразу продолжаете стандартный график. Да, и программа уже не на 9 месяцев, а на 8 месяцев. Но обе программы по результату, по выгоде инвестирований одинаковы. Делайте, пожалуйста, своевременно выбор, в чем вы сильнее. Вам легче, и вы это делаете для себя. Например, инвестор, которого не интересует партнерские отношения, который не хочет делиться информацией и распространять никакую информацию о SkyWay. Он выбирает пакет для себя и наверняка больше выберет двойной платеж. Другие партнеры приходят и строят команду. Я очень рекомендую обратить внимание на бизнес-пакет, потому что каждые два новых инвестора или новых партнера – это длительные отношения, это длительный результат, большой плюс в вашей команде, в ваших доходах, в ваших личных пакетах, то есть это более сильное развитие. Поэтому рассматриваем, что кому лучше подходит. И, пожалуйста, не путаемся в этом. И очень важно в первый момент людям это правильно объяснить. Потому что сегодня уже много ситуаций, когда люди хотели одно, нажали на другое, и получается недоразумение. То есть делаем правильный выбор. Оба бонуса. Спасибо, Лена, за вопрос. В одной программе два бонуса не бывает. То есть два подарка в одно день рождения с одного и того же дарителя не получается. То есть у нас на одну программу есть один бонус. Получить этот бонус мы можем двумя путями. Мы только выбираем путь, но бонус у нас только один. И это очень важно. Если у вас несколько таких программ, то вы в каждой программе можете выбрать другой путь получения дополнительного бонуса. Бонус существенный – 54 тысячи акций. Это много. Это много, и я думаю, что мы правильно понимаем то, что эту программу иметь без дополнительного бонуса вообще неправильно. То есть мы всех должны настраивать на то, чтобы этот бонус достиг хозяина. Только выбор, по какому пути. Это очень важный вопрос и очень важный в данный момент ответ. Два бонуса на одну программу здесь не бывает. Мы выбираем путь, по которому мы получаем один бонус на одну программу. Я надеюсь, что тут теперь всем ясно. И смотрим дальше, что нам предлагает программа «Бизнес старт». В этом этапе, в девятом этапе, «Бизнес старт» становится очень интересной программой. Если в предыдущем этапе кто-то это не заметил, потому что она пряталась за какими-то другими программами, то в этом этапе, пожалуйста, рассмотрите, рассчитайте, найдите слова, как вы ее умеете объяснить, но именно исходя из предложений одноразовая инвестиция $600,
дает шикарнейший результат. 145 дисконт, 1 к 145. Это очень высокий дисконт по соотношению вложенной суммы. Поэтому здесь я бы хотела делать акцент не на 66 тысяч акций, которые выделены черными, а именно говорить про бонус 21 тысяча и про общее количество акций в этом пакете. И инвестируя только $600, вы можете получить пакет 87 тысяч акций по дисконту 145. Это одно из лучших предложений. Очень выгодный дисконт, очень ценный здесь вложенный доллар. Ну, кому сложнее, можно идти двумя шагами, и тоже будет неплохо, потому что там 110, по-моему, дисконт 110. То есть это получается такой хороший стандарт девятого этапа. 110 дисконт – это хороший стандарт девятого этапа. Поэтому это входит обязательно в ходовые программы на этом периоде. Но если выполнить условия одним платежом, $600 как одноразовая инвестиция, условия просто шикарны. Обратите внимание, не забудьте про эту программу. Алексей, спасибо за вопрос. И в то же время мы сегодня поздравляем друг друга с весной, а вы нас ведете обратно на Новый год. У нас впереди будет другой Новый год, и он принесет другие подарки. Поэтому я думаю, что уже поздно смотреть, что у нас было на Новый год. Это как будто вернуться в старом году. Идем вперед, идем такими темпами, которые нам предлагаются от компании. И знаете, что я хочу сказать? Всем было комфортно работать и очень нравилось в восьмом этапе. И восьмой этап был уникальным теми дисконтами, теми программами, которые были представлены. Но я вам уверяю, что сегодняшние дисконты, то есть сам девятый этап, он вам покажет возможности развития. И знаете почему? Потому что много тех людей, которые готовы прийти с более высокими инвестициями, ждали именно эти дисконты. Здесь они видят ту реальность, ту стабильность, ту надежность и тот срок, который их устраивает. Поэтому все, кто получали что-то больше или более выгодно или по-другому, это было за ваше доверие, за то, что вы участвовали в проекте в сложный момент. Сегодня проект становится вкусным для большинства. И здесь уже мы с подарками громко уже не рассказываем о каких-то подарках. У нас начинается более стандартное предложение инвестирования и рассматриваем это как инвестиционный проект с очень ожидаемыми результатами, планируемыми и понятными результатами. Поэтому здесь думаем о том, что это другой этап, это другой дисконт и автоматически приходит другой инвестор. И это есть главная задача, что мы должны понять и на что мы должны подтянуться, подключиться, настроиться и наконец-то заработать. Именно с другим инвестором, с другой публикой, на другом этапе. Ну, пошли делиться, да, с информацией. Спасибо. И вернемся тогда еще раз к дисконтам и к программам. И хочу еще раз открыть детские программы. Уникально. Вот скажем, программа, суперпрограмма номер один на девятом этапе, это, конечно, программа студент. Если у вас в семье еще есть студенты без этой программы, считайте свою выгоду. Считайте самое выгодное вложение по соотношению стоимости вашего одного доллара. 1 к 160. То есть программа студент, ну вот то, что вам еще не хватает. И когда мы идем к инвесторам,
Сразу дайте им предложение. Говорим о том, что у нас есть как минимум три вида инвестирований. Первое – это одноразовое. Второе – это в рассрочку. И в третье мы можем обеспечить будущее своих детей, внуков и детей каких-то, ну, родственников или знакомых. То есть это разный подход. То есть мы тогда в первую очередь как будто не думаем о себе, мы думаем о ком-то другом. Но вы знаете, что в этом пакете и вложен дополнительный бонус, который присваивается именно тому человеку, который выплачивает этот график. Поэтому здесь обо всем подумано, и дисконт прямо шикарный. Ну и, конечно, программа «Малыш». Нельзя ее пропустить, потому что ежемесячная инвестиция, ну, настолько доступна, $65 в месяц, настолько доступна. Общая сумма только в течение 9 месяцев в целом складывается совершенно невысокая, и дисконт 150. Вот прямо хочется вернуться быстро назад и показать... Для того, чтобы большой инвестор получил дисконт 150-155, ему нужно несколько раз инвестировать по $1000. На бонусных счетах сколько нужно накапливать, какую сумму инвестировать, чтобы достигнуть этот бонус. А детям этот бонус доступен при инвестиции $65 в месяц на 9 месяцев. Кто может посчитать, сколько это в деньгах? Это настолько небольшая общая сумма, $585, да? Должны наизусть знать цифры, коллеги. Быстро нужно писать цифры. Вы должны оперировать цифрами. Только $585, и вы можете инвестировать по чуть-чуть, настолько доступно, маленькими шагами, и получить такой шикарный дисконт. Это очень выгодно. Да, все детские программы, все оба детские программы, называются «Малыш» и «Студент», «Kid», «Student». Это только название показывает разницу в инвестируемой сумме ежемесячной. Но обе программы предусмотрены для детей, не достигнувших 18 лет. То есть с нуля до 17, все правильно. Правильно вы себе сами пояснили. Именно в этот возраст, в это время. Просто нельзя пропустить. Если у вас не написано на экране эта цифра, вы как будто ее пропускаете. Нельзя ее пропускать. Надо с ней работать. Идем дальше, да? Читаю. Так, Эрнест до конца не поняла мысль. Да, есть и такие инвесторы. Спасибо, Эрнест тоже подтвердил, что и 100-145 дисконт, средний дисконт, для некоторых тоже является нереальным. Конечно, всегда будут, поэтому мы с каждым этапом меняем тот слой населения, ту категорию инвесторов, которые именно могут прийти в этот этап. Этим и есть интересны все 15 этапов. Вы помните, как мало людей было на первых трех этапах, как сложно было и длительно часами объяснять, как, что такое проект, где-то в четвертом-шестом этапе, и где-то уже с шестого этапа вперед пошло резкие изменения. Да? И каждый новый этап нас ведет дальше. Не то, что мы считаем в своих кабинетах, насколько увеличился наш личный портфель, или насколько у нас прибавилось бонусов на нашем бонусном счету. Это тоже очень важно. Но самое главное, мы понимаем, что мы растем вместе с проектом. Каждый следующий этап – это новый уровень развития и в этапе, и в команде, и в каждом из нас, и в нашей личной команде, в нашем личном окружении, и в тех инвесторах, которые нас окружают в этот момент, к которым мы можем прийти и которые готовы нас выслушать.
И кто нас не слышал в восьмом этапе, уже часть из них услышит на девятом. Но для многих еще девятый будет ранним этапом. Они постараются не опоздать, но успеть инвестировать в 15-м этапе. Держите этих людей в своем списке. Поэтому мы сегодня работаем с очень широкой аудиторией и не расстраиваемся, если не каждый сразу соглашается инвестировать. Они остаются в позиции ожиданий 10-го, 12-го, 15-го этапа. И мы не забудем их об этом проинформировать. Поэтому я вам очень рекомендую делать отдельные списки этих инвесторов, с которыми вы говорили, ну, вроде заранее. Они еще не созрели. Они ждут тот дисконт, который им более комфортный. Но за это время важно осознать самое главное, что происходит с вами или с нами, с каждым. В этот момент мы растем и готовимся к разговору с инвестором, который придет совершенно на другие инвестиции и на совершенно другие условия. Мы все равно продолжим свою работу и в 14-м, и в 15-м этапе. Ну вот, а теперь выйдем на новости. Так, сейчас, секундочку, отвечу на вопросы. Да, можно оформлять. Да, если вы имеете доступ к документам, можете определить личность, доказать личность и оформить верификацию документов, вы можете оформлять на разных детей эти пакеты, и они не ограничены, то есть количество может быть разное, имена детей могут быть разные, то есть на одного ребенка вы можете несколько пакетов взять, и на очень разных детей на каждого свой пакет можете взять, то есть в этом у вас большая свобода, здесь нету таких сильных ограничений, кроме того, что нельзя открыть детский пакет без документов для того, чтобы доказать, что это действительно пакет ребенка. И теперь самое главное. Мне очень хочется поделиться еще с такой радостью, что у нас открывается реальная готовность. Мы действительно готовимся к экофестивалю и даем возможность, ту, которую многие уже использовали, то есть возможность получить своего дерева. И в ближайшие дни наш кабинет запустит специальную эксклюзивную акцию предложений, которая откроется в эти дни и будет актуальна до 31 мая. Пожалуйста, запомним эту дату. До 31 мая весь этот период, то есть это последняя декада марта, весь апрель и весь май. Больше чем 2 месяца дается времени всем выбрать программу, кто желает, с личным деревом. И у нас есть новость, у нас кроме дерева будет и высаживаться сады, где мы будем собирать вкусные ягоды. Поэтому кто-то может выбрать уже дополнительно к своему дереву еще ягодный кустарник. Кто-то может просто делать выбор, что вам лучше нравится или что вам лучше подходит под вашу возможность инвестировать. Поэтому мы запускаем новую акцию. Я с радостью объявляю эту акцию на 2 пакета. Это стоимость пакета $600 и стоимость пакета $1000. Обе эти пакеты возможно проинвестировать в рассрочку в течение 2 месяцев. То есть основную сумму мы делим на 300 и 300 или на 500 и 500. И в ближайшие дни будут выставлены в кабинетах эти программы, также оформляются флаеры. Я думаю, что это тот материал, с которым мы сейчас начнем все активно работать. И уже на наших ближайших конференциях можно будет приобрести флаеры с этой информацией. И также, кто дальше, тут мы уже представляем широкую географию, вы через кабинет получите основной материал для того, чтобы сами у себя в типографии создать этот материал и работать в команде.
Поэтому все, кто приедут в Париж, получат, все, кто приедет в ближайшую конференцию на этих выходных в Таллине, будет живая конференция, тоже уже будут флаеры. То есть начинаем работать с прекрасными новыми материалами. Еще раз рассматриваем программу. Флаеры все на английском языке, для того, чтобы мы одновременно в больше странах, больше шире в командах могли с этим работать. Да? Кому необходимо, можете делать то же самое на своем личном языке. Но английский подходит для очень многих. И в принципе флаер не для того, чтобы читать много информации. Цифры говорят сами о себе. То есть, приобретая программу на $600, вы можете получить, кроме ягодного кустарника, еще получить пакет 87 тысяч акций. Шикарная возможность. Здесь соблюдается очень приятный дисконт. Программа очень выгодна. И дополнительная возможность тем, кому сложнее с одноразовыми платежами, делать двойную инвестицию по $300 и $300. Я вижу, что фотографии, картинка не очень качественна, но вы в экранах, в личных кабинетах скоро увидите, да, но при инвестировании $300 и $300 пакет составляет 66 тысяч акций. То есть в маленьком пакете график выплаты играет роль. Это очень важно понять и обратите на это внимание. Так же, как до этого мы уже привыкли. Если делаем одноразовые инвестиции, у нас пакет выгоднее. Если делаем пошагово, то дисконт чуть-чуть ниже. Но зато у вас есть возможность уже на экофестивале со своим именем, со своей табличкой, как говорится, отметить свой ягодный кустик. И потом, может быть, в какой-то момент можно будет и возможность приехать и собрать урожай. Например, черную смородину, я думаю, с удовольствием. И соберем, и угостимся. Да? Ну и второй пакет – это приобретение своего личного дерева, плодового дерева, на $1000, которое можно инвестировать двумя способами – одноразовой или двойной инвестицией, но при этом не меняется количество акций в этом пакете, и вы получаете доступный, очень приятный дисконт 125, поэтому в пакете 125 тысяч акций. Шикарная возможность. Я думаю, что это является теперь нашими новыми рабочими инструментами. И выбирая эти флаеры, оформляя их на своих, как говорится, находите свои типографии, оформляйте материал и работайте. Это тот материал, который мы можем дарить нашему инвестору, дать возможность подумать, сделать свой расчет, сделать выбор. Появляется возможность делать четыре разные шаги, да? Четыре разные решения. $300, $300, $600, $500, $500 и $1000. Вот такие инвестиции позволяют нашим партнерам приезжать и озеленить наш экопарк. Конечно, все эти таблички и весь этот праздник будет 1 июля. И до 31 мая, поэтому здесь еще раз акцент. Программы прекрасны, подарок шикарный. Я думаю, что многие, кто сажали дерево в прошлом году, захотят еще раз воспользоваться этой возможностью. Как говорится, будем для своей семьи уже выстраивать целый сад. Но актуальный момент тот, что экофестиваль у нас 1 июля, но предложение открыто до 31 мая. Почему? Это все понятно. То есть один месяц уйдет на то, чтобы мы собрали информацию, заказали каждому именную табличку и, как говорится, без стресса подготовились к экофестивалю. Мне нравится ваша реакция, и спасибо, что увидели сразу позитивный момент в этих программах. Да, пакет «Бизнес-старт»
тоже, Лен, спасибо за вопрос. В этот момент у нас появляется вроде две похожие программы, поэтому, когда программа будет в личном кабинете, опять будем внимательны и будем правильно направлять наших инвесторов. У нас остается стандартная возможность просто выбрать пакет на две инвестиции по $300. И есть возможность выбрать ту же сумму, проинвестировать эти средства и дополнительно получить это саженцы. Так что кустарник нам всем в подарок, кто выбирает эту программу. Поэтому в эти больше чем 2 месяца, я думаю, что все, ккто выбрали программу на $600, будут иметь подарок. Кстати, здесь очень важный нюанс, еще дополнительный подарок от компании, что если кто-то инвестировал в программу $600 одноразово или через 2 шага, и это сделал с 9-м этапом, с началом 9-го этапа, то есть с 11 марта, то этим людям куст уже будет присвоен. То есть даже до объявления акции, если кто-то с 9-го этапа выбрал эту программу, то он может считать, что уже получил этот подарок. Это для того, чтобы мы никого не обидели и все были довольны и счастливы. Я думаю, что это очень прекрасно. Согласны ли? Ну что, эти 2 дополнительных инструмента или 2 шикарные программы, они хорошие и по дисконтам, и по графику выплаты, и по результату, который предлагает эта программа. И мое видение такое, что вам нужно сейчас делать главный акцент именно на эти программы, то есть для среднего инвестора. И этим мы очень легкими, быстрыми, незаметными шагами можем, первое, сейчас, увеличить количество людей в нашей команде. Второе, увеличить привлеченные инвестиции в текущем этапе, в каждом текущем месяце, для того, чтобы увеличить общий объем. Третье, это моментально вас будет двигать по карьерной лестнице. У нас сейчас очень много людей, которым переход на следующий статус, и это немаловажно. Эти программы быстро сделают сдвиг, и люди займут следующую позицию, и, естественно, этим начнут получать более привлекательные дивиденды. Получая новые дивиденды, у вас появятся новые возможности. И наш круг, как говорится, идет по спирали вверх, вверх, вверх. Мы прекрасно все вместе двигаемся вперед. Спасибо за хорошие слова, Марьяна, спасибо, программы прекрасные, я хочу, чтобы вот именно с этим мы прямо весну и начали, потому что здесь вложено очень много позитивной энергии для всех, и для компании, и для нашего экопарка, и для самых инвесторов, и, конечно, выигрывают тут буквально все, поэтому экофестиваль. Еще такой в снегу, совсем недавно в снегу, но скоро-скоро расцветет, потому что все те, кто сажали деревья в прошлом году, ну, это ваша весна. Потому что ждем фотографии и ждем это время, когда наши деревья зацветут. А пока расцветают деревья, расцветают наши команды, наши доходы, наши акции, наша энергия здесь. Поэтому всем-всем-всем хорошего весеннего настроения, очень хороших результатов. Изучаем программы и работаем с самыми лучшими инструментами, которые нам на данный момент даны. И очень скоро встречаемся со всеми, кто сделал выбор быть в Париже и, конечно, на экофестивале. Так что сегодня прощаюсь с вами, отвечу еще на вопросы, пару минут останусь для того, чтобы всем ответить. Если что-то осталось, спрашивайте. И встречаемся.